7-8 минут. Ребята, всем привет, приветики и добрый всем денежки, прекраснейшего настроенца. Мы уже с Катюшей в купешечке, в превосходном настроении, едем к морю. Почти тронулись. Угу. Кать, как настроенце? Все супер, ребята, всем спасибочки за поездочку к морю. Особенно Иринкам, Иринки, Ольга. Спасибо, девочки, Мариночки. В общем, все красотульчики, люблю вас, спасу нет. Смотрите, у нас какая купешечка, рассказываю вам. Это спецвагон. Спецвагон, наша купешечка. Ну, вот здесь, если отсюда заходишь, здесь туалет. Он сейчас закрыт, потому что стоянка. Туалет большой. То бишь, ну, огромный, как купешка. Вот, можно на коляске прям заехать. Здесь купешечка. Это бывает такой вагон, еще больше туда, еще бывает метр, да, новый, если прям огромный, широкий. Но здесь таки достаточно места. Прям чудненько. Прям РЖД, целушки-обнимашки за такие удобства для ограниченных людей. Ага. А то, Кать, ты что, красивая? Я не могу. Еще на коляске своей, на карете, Мерседес. Ага. Все, коечка. Ну, я наверх не ложусь, я сплю на полу. Катя здесь, а я сплю на полу. Спал. Он забыл. Матрасик забыл, блин, приготовили, легали его всю ночь с места на место. И забыли матрасик. Ну что, коврик у меня есть, пойдет. Сейчас, тем более туда ближе к этому, к морю. Там жара будет. Хотя кондиционер. В том купе большой был кондиционер, я его просто не затыкал тогда. Угу. Ну все супер. Кресло, шикарное кресло. Ага, столик, в окошечко едешь, а колес чух-чух-чух. Тын-тын-тын-тын-тын. Где-то здесь моя Катька сидит. Я уже босиком, как дома, все ходил. Все чистенько, культурненько, аккуратненько. Опа, опа, опа. Смотрите, поехал. Ой, это мы поехали, Катя. Это мы поехали. Пока, ребята. Рязань, пока-пока. Девочки, Рязань, приветик вам. Кто нас обнимал там, встречал. Мы поехали. Чай, водичка, все здесь есть. Мы даже не успели посмотреть, как у нас девчата там и мальчишки уселись, куда, где, какие места заняли. Угу. Бабульки, привет, привет. Здрасте. Можно мы вас заснимем тоже? Не нужно. Не нужно, понял. Опять? Да. Паспорт. Так, ребята, у нас тут проверка. Я тут делом занят, блин. Секунду. Мы с тобой. Так. Так, ребята, кто упали? Пожалуйста. Мы с тобой вместе. А колес чуть-чуть. Правда, не болит, маленько так я. Пока нет. Если что, обращайтесь. Спасибо большое. Так, счастливой дороги. Всем привет, приветики. Ребята, мы уже покотили. Иху! А колес чух-чух-чух. Тын-тын-тын-тын-тын. Где-то здесь моя Катька живет. Блин, клевое настроение, отлично. Ребят, всех с праздником, с ореховым хлебом в Спасу. У нас где-то орехи есть. У нас вообще тут целая сумка с вкусняхов. Смотрите. Вон она. Ага. Так, полеземте вместе искать. Что тут-то? Орехи сейчас найдем. Да. Опа, вот такая у нас мисочка орехами. Так, держи, мать, открывай пока.
Только много не ешь, нельзя много. Вот прям чуточку с горсточкой. Она говорит, мы что забыли, ты сейчас охереешь. Правда, она матом сказала. Ага, ну ладно, хорошего отдыха, привет, счастливого пути, счастливого пути. Куда едете? Мы на море едем, ребята, на море. А на море белый песок, дождь теплый ветер. Хорошо у нас столько друзей, что кто подсказал, что есть такие моменты, как спецвагон, ага, купешечки специально. Ага, так мы первый раз вообще собирались, когда на машине ехать, с ума сошли бы, ребят. Ага. Вот мы с собой кружку взяли, трубочки, будем за кипяточком бегать. Ага. Ванька БПшек там набрал, надо у него будет спросить, то есть уже охота. А у Светы пиццы сколько. Отличного отдыха. Спасибо, ребят. Всем огромное спасибо за помощь, за поддержку. Спасибо вот огроменное, просто обняли все. Хорошего вам отдыха и теплого. Спасибо. Я люблю на поездке кататься. На поезде и я люблю. Чай с подстаканника. Конфетки сейчас достанем. Будем чаек попивать и катиться. И спать будем по очереди, правда. Угу. Ну, как здоровье, что взяли с собой на морешко. Ой, вкусняшек много набрали. Вчера девочки вообще готовили там салатки, колбаски резали, пиццы варили. Свет с Юлей. Так что я думаю, они еще к нам прибегут сейчас. Проход есть? Угу. Посидим, в карты поиграем. Угу. Привет, приветики, счастливого пути. Спасибо, вы классные, вы молодцы. Спасибо, что снимаете, соскучились по поездам романтика. Угу. Классно, отлично. Какой город? Мы едем сейчас в данный момент в Новороссийск, завтра там будем. А потом на такси в Геленджик. Приветики, любимки. Юлька, Ленка, банда, всем приветики, девочки, я вас видел. Ну, это есть Геленджик, все равно, чтобы не уточняться, я так говорю. Так. Вот так поступим. Потому что сейчас, наверное, интернет все равно кончится скоро туда-сюда. Так что маленько поболтаем. Привет, приветики, счастливого пути. А туалет и душ у вас есть отдельный? А как же? Да, ну душ это для персонала. Девочки говорили, если можно, можно, то разрешают, в общем. Можно зарплату отдельную. Я, ну, не скажу, ребят. Говорили, да? Катя говорит, можно. В прошлый раз так говорили, что можно. Молодец. Вот. Сейчас все покажу еще разочек. Кто не видел? Вот наш вагон, наш чемодан, чтобы он нам в купе не мешался. Вот туалет. Ой, простите. Спасибо. Вот, смотрите. Вот. Большой, можно прямо на коляске заезжать, свои дела свои тут делать. И вот наша купешечка. А на море белый песок. О, как тут сидит. На море, наверное, едет красивая такая вся. Вот купешечка. Это старого образца вагон. Есть новые, ребята. Когда мы один раз попадали, новый, да? Вообще тут, ну там большая купешка такая однокомнатная, прям квадратов, наверное, 6, да? Привет, дорогие пути. Спасибо, спасибо. Ждем фоточки. Обязательно, Леночка, обязательно в Геленджике, где будете жить. Мы этими дикарями, ребят, на море ляжем. Нас народу много друг от друга. Так, да, мы в Дивноморское едем, это, Дивноморское, да, отель Кипарис, Кипр. Счастливого пути вам. Катюша идет, белая мастерка. Ага, мастер спорта вообще-то. А вообще, ребят, вы знаете, что Катя раньше занималась легкой атлетикой, танцами. Ага, она такая фигуристая была, как сейчас, в общем. Хорошенькая, блин, едет, довольная. Спасибо за Катину улыбку всем. Так, Катюша идет, белая. А сколько вам ехать по времени? Не знаю, часов 20, ребят, завтра к обеду там будем. Ребят, как здорово идут на дорогу. Спасибо, ребят, всех с праздничком еще раз. Еще много-много раз всех с праздничком поздравляем. Так. Ва, какая красота. Че, интересно, загорает, а тут в Рязани. Наверное, мусорные горы какие-нибудь. Свалки. Пока закрыли все от солнышка. Спрятались на весь. Не, клево, в поезде хорошо. Хорошо ехать, болтать, с кем-нибудь в карты поиграть, а еще чаёк попить и поспать.
прям вот укачивает так все. Так, привет, привет, хорошего отдыха. Плохо, что это. Интернет в дороге все время кончается. Так бы болтали, болтали бы. Привет, 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 хорошего отдыха. Так, все, все, никого не оставили. Все, Мария Александровна, привет, приветики. Надо чемодан посмотреть. Ты тут и все хотел Степку туда запихать. Может, он там сейчас, Катя, откройте.